скидываю ремень, расстегиваю и скидываю на пол? Да. Сначала прикрываешь. Смотри, противогаз снимаешь, ремень скидываешь, потом пуговицу расстегиваешь. Вроде идет. На двоих так снимаешь. Иди посмотри. Идет. За что я вылез? Да, идет, идет. Все, давайте. Давай, начинаем. Ну, тебе ремень идет. Ремень расстегиваю. Пуговицу расстегни. Расстегни пуговицу. И вытягивай, все. Вырвал свой противогаз туда, убери. Да, вот так вытряхиваешь? Да. Ну, берешь один чувак. Там еще перчатки. Да, у него ниточки. Не-не, это на левую ногу одевать. Не, правильно, вот так. Девушка хочет служить. Да. Бантик сделали. Да не бойтесь, просто чуть примотай. Чтобы не завязывай. Офигеть, он стремится. Давай. Делай Пашу. Она тебя сделает. Давай. Там еще эти надо сделать. Вот эти вот резинки на ногах надо застегивать. Там есть специальные клетки. Да. На любую, абсолютно любую. Пока Кристина впереди. Делает Паш. Кристина же служит уже, как выгрузится. Да. А что с этим тряпкой делать? Тоже застегнись. Посмотрите в окошко. Да. Не переживай. Что, надо свернуть веревочку? Да. Сильно. Зараза какое? Вы неправильно просто делаете. Она неправильно делает. Нифига себе. Точно девушка помогает. Давай, Кристина. Мы все за тебя болеем. Белая Паша. Вот этот. Давай. Я тебе сделаю. Иса, отойди чуть-чуть, не видно. Надо же помогать. Вон, до этого было одно. Вот это, посмотри. Еще один. Потом расскажешь, что солдаты делают. Вон, не сзади берешь? Вон. Не, сзади. Да, вон, сзади. Вот это. Ты сам одевай. Куда я? Тебя вытаскиваю? Направо. Вот. Где крестик нарисован туда? Вот, да. Вот, и вот второй тоже давай. Туда же. Да, одевай. И потом эту херню цепляй, чтобы она не отходила. Давай, одевай, сейчас. И дальше вот так же. Сперва правую ногу, потом левую. Паша отстает пока. Я повернусь. Вот так до конца. Я упаду прямо. Да. Да я-то не тороплюсь, у меня что-то это. Нифига не получается. Без крокодильчиков у тебя. У тебя не получится это. У тебя не получится, как у меня быстро. На, вот сейчас я уйду. У меня 3.15 выходит. Вова, вы веселились, ребята. Не торопись. Там где-то. Блин, надо было папу с собой взять, чтобы третий стоял здесь. Ну, Вова, ты что, вперед вышел? Нифига ты. Ну, девушку делаю, прикинь. Девушка, брата. Что, ты же прям у меня маленькая, а? Так. О! Давай, космонавты! Держи вот так. Ну, я знаю, так, как одевать. Сейчас я отсплю, короче. О! Выдох. Капюшон давай не тяги. О, теперь перчатки. Да. Задуй, Иса, дунь. Да, у меня дело конкретно. Потом это вот лямка.
лямка, которая есть, это, это большой палец одеваешь туда. Вот эту, да. Большой палец туда. Нифига ты. Она меня сейчас точно сделает. Все! Рекорд. А, нет, еще это ремень надо обратно натянуть. Да, надо ремень обратно. Кристина, ремень одевай. Простите, ой, я боюсь. Дай руку. А где ремень-то вообще налево? Чапку снизу с капюшоном. Вот капюшон, иначе она будет заражена. Не, 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 не. И шапку, капюшон снизу. Где шапка-то? Сними, сними капюшон. Здорово. Все, хлопай, хлопай, хлопай в ладоши. В ладоши. Все. Есть победитель. Короче, она ты сделала конкретно. Ну, конфетка базара. Вон, посмотри. Свет включи. Теперь ты представляешь, что такое фильм ужасов? Вы так бегаете? Нет, мы так не бегаем. Бегали. Кто бухает, те бегают. Кто сказал, мы бегаем? Кто бухает, тебя не бегают. Ты что, не бухает? А? Тебя же не было. Фотографируй. И как это сохранить? На сохранить. А, гордость. Ты не видел, как мы бегали? На красную, на красную.